Здравствуйте! В этом видео я покажу, как зарегистрировать нового консультанта через приложение Oriflame. Для этого мы загружаем приложение Oriflame себе на телефон и заходим в него. Выбираете, в какой стране вы находитесь. Я нахожусь в Украине, поэтому выбираю страну Украина на русском языке. И войти. Для того, чтобы войти, нужно ввести свой номер консультанта и пароль. Заходим в приложение. И внизу вам выпадают значки. Чтобы зарегистрировать консультанта, нужно нажать на дискету внизу справа и ввести данные значка: email, фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта не обязательны в Украине, дата рождения, день, месяц, год, мобильный телефон, адрес, полностью область, район, город, улица, номер дома и квартиры, почтовый индекс. И выбираем язык каталога. Если вы являетесь непосредственным спонсором, то есть новичок подписывается прямо под вас, тогда вы оставляете значок «Я являюсь спонсором». Если же вы регистрируете в цепочку, то указываете «Консультант из моей структуры является спонсором» и вводите номер последнего консультанта вашей цепочки. Дальше выбираем способ активации на SMS или на email, куда придет сообщение вашему новичку. И также ставите галочку «Мой консультант принимает условия соглашения Oriflame». И кнопочка «Зарегистрировать». Когда вы регистрируете, приходит уведомление о том, что консультант зарегистрирован, и его номер вы видите, ну а также ему на указанный SMS или email приходит подтверждение его регистрации.